Помаши ручкой маме. Грабли. Сенаж. Утром скосил. Сейчас время час. Жопа. Ой, извиняюсь. Ну, короче. Очень все высыхает. 30 градусов. У нас вот сенаж он сырой. Вот так они гребут. Вот. Маленько не прогребает. Зад у него маленько не продрегулирован. Но свою работу делает. Сейчас мы маленько поправим. Огород маленький, не развернуться, не повернуться. Грабли большие. С этим, с одним крылом. Там проблема, надо спицы поменять. Я заказал. Еще едут. Так что вот так. А здесь у нас саженный огород. Клевер. Млевер. Косил 1,65. И вот так они гребут сырое. Вот так-то нельзя бы делать. В общем, парит, жарит. Днем невозможно. И всю неделю передают до 34. Там, не знаю, успею низ скосить, не успею. Но посмотрим. Посмотрим, что здесь на осень будет, какая отава. Там клевер косил, то косилка вставала. Самая большая проблема у них, что низко опускает, а они колеса в это. Сейчас не доопустил. У него как-то, у него, по-моему, под палец место разбито, и они задраны вверх, задние колеса. Это он передо мной, блядь, выделывается выше. Я его заставляю, чтобы не ломал.
ровно вставлять. А сейчас он, блин, ну он первый раз гребет нам. Второй, третий день, что его говорить ему. Так что как-то вот так. Это на сенаж сейчас закатаем. Сейчас перецепим грабли и закатаем. Навеску ставит он не в плавающее положение, фиксирующее на граблях есть, то есть вот эти вот крылья, они все сами в плавающее становятся, упирается все на пальцы колеса, вот эти грабины. Это наши, по-моему, белгородские, как-то грабли 6,3 без центрального колеса. Ну где-то оно надо, а где-то и без него как бы прогребает. Ну вот это вот он просто по незнанию делать вот это туда-сюда, блядь, взад, вперед, блядь. Такими темпами до хрена не нагребешь за день. Больше сзади стоишь, сдаешь, чем ездишь по волку. Он греб 1,85 м от вирокса, а это 1,60 м. Они могут как бы из-за этого он может путается. Вот они прям на пружинах качаются в плавающем положении. Ну вот так вот. Один не прогреб, другой гребет. Еще не понимаю, как должны гребсти. Что делать? Сейчас интересно, сзади там прогребет края. И мне, наверное, ехать катать надо будет. Сейчас огород закатаю. Так. Сейчас он зад прогребет.
Ну, еще два огорода. Ну, вот он неправильно выставил, они колеса не крутятся. То есть он, получается, колесами просто гребет спицами по земле. Они должны крутиться, то есть именно закручивать косичку, так называемую, сена. О-о, вот так и разбивают, наверное, да? Он придет, я ему попробую сказать, что и как вот это вот качание, грабель по всем неровностям, оно и разбивает все пазы, все пальцы. Сейчас покажу места. То есть эти грабли у нас года три, наверное. Или 4. Хорошие грабли. То есть по затратам никаких. Смотри внимательно за пальцами, за тем, что как гребешь. Тарелок я покупал только 10 штук на прозапас. Да и все. Они там по 700, по 500 были, сейчас по 700 они рублей. Пальцы менял я на тех, но пальцы... Это уже усталость металла, то есть они ломаются, это все понятно, но палец, по-моему, сейчас 40 рублей, что ли, я там 50 пальцев заказал. Посмотрю, что будет. Нравится, то есть мне других как бы граблей не надо. Хотя ГВРК тоже неплохие, и трехметровые, и 6. Но вот он ряд не догреб. И сейчас низко очень опустил. Не, все равно не понимаю. Вот, вот первое колесо прям видно, все вывернуты вперед. Вот этот показатель, то что хана им будет. Во-во-во, и в лес. Да я так прикалываюсь. Но все равно. Сейчас покажу пару слабых мест. Ну что делаешь? Подымай. Вот переднее колесо, видно, как его спицы вперед выворачивают. И вот сейчас еще не лопнуто ничего, а уже видно, как их вывернуло, да? Да нет. Так и были шайбы? Да. Это шайбы есть. Такие, да. Угу. Ну вот треснуто. Вот треснуто. Это так лепили уже сами, мы доделали, когда не было. Это тоже шайбы подкладывали, наваривали. И передние тарелки новые стоят. Сейчас слабые места покажу, почему их так качает. Потому что вот в этой трубе то ли втулку надо делать, то ли чего. Вот. Вот так вот это происходит. Это слабенькое место. Потом вот эти слабенькие места. И низ.
Ладно, все.